Здравствуйте, в эфире программа «Духовная жизнь». Многие люди критикуют верующих за веру, при этом сами совсем не понимают, что это слово обозначает. Чтобы разобраться в этом непростом вопросе, мы пригласили в гости священника Максима Курленко. Здравствуйте. Здравствуйте. Зачем человеку вера? Вот объясните, попробуем разобраться в этом вопросе. Мне кажется, нужно определить, что какая вера, потому что веры тоже бывают разные. И если мы говорим о вере православной, то, конечно, вера православная, вера в Бога, в единого Бога-Творца, она человека облагораживает, она человека возвышает над собой, она дает ему какие-то вот грани его переживаний, которые выходят за границы его «я». Поднимает вера человека. Ну, допустим, кто-то захотел дом построить. Вот он изначально там видит этот дом уже построенным и уже постепенно прилагает какие-то усилия к тому, чтобы этот дом построить. Да? Вот то же самое и с духовной жизнью человека. Если в его духовной жизни происходит некое озарение, видение Бога, то тогда он так строит свою жизнь, чтобы раскрыть во всей полноте вот это озарение Бога, раскрыть во всей полноте жизнь с Богом. И вера способствует тому, чтобы в душе формировались определенные состояния. Вера — это как знание. Вот я думаю, что можно определить таким образом. Есть знание материалистическое, которое там в школе изучают, в науках, а есть знание духовного порядка, потому что человек ведь он состоит из тела, души и духа. И знание духа — это тоже определенное знание. Его уже очень сложно систематизировать как некое научное знание в общепринятом понимании этого слова. Это есть плод личного, прежде всего, опыта человека. Но этот личный опыт взаимоотношения человека с Богом, он познается верой. Верой человек формируется, как бы духовно, как я уже говорил, облагораживается, возвышается над собой, вырастает из своего прошлого, становится обновленным именно верой. Ну вот есть такое мнение, что большинство людей в нашей стране, они не верующие, а суеверующие. То есть такое понятие, когда человек приходит в храм на всякий случай, перестраховывается, крестит ребенка на всякий случай, чтобы его кто-то оберегал, помимо родителей, помимо семьи, помимо родственников. Иконку в машину ставит на всякий случай. Вот можно ли назвать вот этих вот людей действительно верующими, которые, ну, используют церковь, Бога как страховку? Очень, я думаю, опасно их назвать неверующими. Я бы вот исходил в предпосылках именно таким образом. Я боюсь осуждать людей, не зная, вот что у них в глубине души и на каком пути они находятся к Богу. Вот это очень просто сделать, осудив и разделив на какие-то грани вот эти хорошие, эти плохие, эти верующие, эти нет, эти суеверующие. Ну да, действительно, суеверие, оно присутствует в нашей жизни. И люди верят там и в паучка, который пришел, и, соответственно, там ладошка почесалась. Эта вера, она тоже что-то развивает в человеке, какие-то способности, сенситивность, вот такой есть термин, то есть чувствительность к миру иному, но это мир уже падших сил. Вот. Она никак не связана с той верой, которой веровал Серафим Саровский, допустим. Это есть определенная разница. И при этом человек может верить в этих паучков, верить в гороскопы и верить в единого Бога-Творца. Нельзя же здесь сказать, что подвести черту, все уже ничего не получилось, ты такой-сякой и так далее. Господь нас из любой грязи вытаскивает. Он вразумляет, Он ведет нас своей любовью, и поэтому если сейчас человек пытается сочетать в себе вот этот вот винегрет духовный, то со временем он все равно придет к каким-то противоречиям внутренним и начнет их разрешать. Если он честен самим собой, если у него есть определенные качества души, которые позволяют благодати Божией присутствовать в душе, тогда постепенно благодать будет превалировать, и Бог своей любовью будет побеждать человека. Есть такое выражение, что Бог так любит человека, вот он сказал это в одной из раннехристианских книг, Дидахи, по-моему, что не оставит человека, пока не сокрушит или сердце его, или кости его. То есть Бог просто так не оставляет человека, Он любит его как свое творение. Вот. И поэтому даже если на определенном этапе мы можем увидеть и суеверие, и веру возрождающуюся, то надо верить и надеяться, и помогать такому человеку, чтобы все-таки он делал постепенно правильный выбор. Ну вот люди, которые верят в приметы, в суеверия, вот как их нужно переубеждать?
их с ними нужно разговаривать, говорить, что это я думаю, что в это голове один, хранится все это. Один из способов это разговаривать, переубеждать. То есть у Бога есть два основных способа воздействия на человека. Это способ через логику, через обычный здравый рассудок, через других людей, которые тоже здравым рассудком помогают. А второй способ мистический. Это и даже и через молитву других людей, это через таинство, которое есть в церкви, это через таинственное прикосновение благодати Божией к сердцу человека. Вот я думаю, вот в совокупности таким образом человек меняется и преображается. Но мы, если сами чувствуем в своей душе веру в единого Бога Творца и видим, что человек заблуждается и верит вот в каких-то паучков там и так далее, в разные письма счастья, там чего-то боится, потому что подобного рода вот суеверия, они построены на страхе. Вот, нам нужно со своей стороны разъяснять человеку, показывать своим примером, что мы-то ничего не боимся, никаких кошек там черных, зеленых, там, я не знаю, красных, белых. Вот, какая разница, какая кошка и где она перебежала, когда ей вздумалась. Когда моя вера – это совершенно вера как бы другого порядка. Но эти приметы, они откуда идут все-таки? Ну, откуда идет язычество? Издревле это все. Язычество, слово «язык» – это народ. То есть это вот народное какое-то представление. Гром ударил – вот все, Бог грома есть. Но это тоже бояться. Вера, они верят в это. И у многих сбывается, тех, кто верит в черную кошку, они считают, что если она перешла сегодня, важное дело сегодня не начинаю. Или встретили женщину с пустым ведром – все. Да, или день прочитают насморку. Гороскоп и, соответственно, уже сами себе ставят диагноз на сегодняшний день. Но, это, безусловно, это вера, да, но Господь хочет просветить нас истинной верой, чтобы мы были свободны. Есть такие слова в Евангелии, что грех делает человека рабом, а Господь говорит: познайте истину, истина сделает вас свободными. То есть Он вырывает нас из рабства греха и рабства вот этого страха. Он преодолевает даже страх смерти своим воскресением. И именно верой человек преодолевает страх смерти. Если посмотреть на первых мучеников, вообще на вот историю христианства или вот на наших новомучеников 20 века, мы видим, как вера была сильнее даже вот смерти, страха смерти. Человек переступает вот этот самый главный страх, который сковывает в основном людей. Ну вот человек пришел к истинной вере, она его преображает? Меняется человек? Это заметно внутри него или внешне какие-то преображения происходят? Вот как человека вера меняет? Истинная вера, вот о которой мы сейчас говорим. Я думаю так. Человек меняется внутренне прежде всего, но внешне это тоже выражается. Вообще состояние души человека, оно отражается на его облике. Допустим, вот я не так давно смотрел в интернете фотографии американских солдат, которые побывали, я не помню, ли Ирак, или Афганистан, до боевых действий и после. И вот там очень интересное сравнение, как вот именно человек, который побывал на грани жизни и смерти, в состоянии войны, как меняется его лицо. Там, именно для этого был сделан такой тест результата, виден на лицо, что называется, результат. Поэтому даже вот по этому примеру можно увидеть, что внутреннее состояние души, какие-то переживания, они отражаются внешне. Вроде бы такое же расположение глаз, такое же вот, черты лица те же, но выражение лица, оно другое. И вот святые отцы, у которых во всей полноте раскрывался дар прозорливости, вот такой есть дар духовной чуткости, интуиции духовной, вот они могли видеть даже по выражению лица, какой той или иной страстью или добродетелью обладает человек. То есть уже систематизировали. Даже в обычной науке, в криминалистике, вот, если не ошибаюсь, в середине 19 века такой был врач тюремный Ламброзо, он создал определенную систему формирование там черт лица, головы, по которой криминалисты до сих пор даже и могут определить какие-то склонности человека к той или иной как бы криминальной деятельности. Система Ламброзо даже до сих пор она как бы используется. Поэтому вот, безусловно, выражение человека, по выражению человека видно его состояние души часто. То есть это выражается все-таки во взгляде, а вот в манере, я не знаю, даже одеваться, да, в поведении, в повадках, и, как он в жестах. Себя оформляет, и жесты, и как бы позы, которые он принимает, и повышенная интонация голоса, или вот экспрессивность, как бы, где он там пытается давить, где он пытается вот захватить ситуацию и как бы подмять других под себя там в разговоре. Все это отражает его какие-то определенные страсти или, наоборот, добродетели. Вот. Но внешне, да, вера меняет, но внутренне, безусловно, меняет. И этому пример жития святых, этому пример тысячи и тысячи святых, которые есть в нашей церкви. Вообще, вот другая церковь, она не обладает таким количеством святых.
Поэтому если бы на моем месте сидел кто-нибудь там из свидетелей Иеговы или еще откуда-нибудь, вот, и можно было бы его спросить, кто ваши святые. Это вот всегда очень хороший вопрос. Да. Покажите мне пример, вот вы проповедуете о чем-то, а пример какой, что человек преображается. У нас в Церкви Православной этот пример есть. Вот, в огромном количестве мы можем взять чтение имени Дмитрия Ростовского, там жития святых на каждый месяц, на каждый день, любой, открываем страницу, читаем, как вера преображает человека. Вот вы можете рассказать о своем опыте? Я думаю, что многим телезрителям интересно, как вы пришли к вере, как вы стали священником, вот, как вас преобразила и поменяла она? Действительно интересно. Думаю, да. Если коротко, то у меня в двух словах, если то получилось, с корабля на бал. То есть мой корабль, он где-то плавал, что-то искал, вот в каких-то бурях там, я не знаю, пребывал. И вдруг, наконец-то, он вот, очутился у пристани, и я понял, что это то, что я искал. Вот. Я в своей молодости вообще родился и вырос в Екатеринбурге, такой промышленно большой город. И я не скажу, что я совсем был неверующим человеком, я верил, что Бог есть, но вот моя вера, она постепенно как-то вот она трансформировалась, оформлялась. Мне сложно сказать, потому что вообще то, что касается жизни духовной, сложно определить вот по полочкам, где-то разложить, какие-то границы поставить. Вчера я был такой, сегодня такой. Все меняется постепенно. Но одно скажу, что да, я искал. Я искал Бога, и вот эта встреча, она произошла в определенный момент. Вообще, вот мое состояние веры такой вот искренней, что меня изменило, оно произошло в армии. Вот. Какой-то странный, вот, знаете, такой жизненный случай. Я ехал заступать на пост, караульная служба, рядом со мной сидели мои сослуживцы, ребята с автоматами, там все, боевые патроны, пост, колючая проволока. Еду заступать, лето, я смотрел на звездное небо, и вдруг для меня это звездное небо, оно стало каким-то другим. Я что-то почувствовал, что очень сложно передать. Я вдруг почувствовал близость Творца. Вот это вот было каким-то внутренним толчком. Хотя ничего вроде бы внешне не изменилось. И мне кажется, вообще в жизни верующих людей происходят именно такие перемены. Это не внешние громы, молнии, не какие-то вот явные прям чудеса, которые их прям толкают. А что-то так постепенно Господь открывает человеку. И если человек готов это воспринять, если он это искал, то вот в его жизни это является некими кирпичиками, с которыми строится здание нового человека. Вот после этого вот в армии я крестился, когда приехал в отпуск, а уже еще какое-то время чего-то там искал и так далее, но уже по-настоящему пришел в церковь через несколько лет только. Я был некоторым образом связан с музыкой, работал на радио, ведущим эфира, сейчас диджеем называется, вот в Екатеринбурге на одной из музыкальных радиостанций. 4 часа в день слушал музыку в своих эфирах, значит, приходил, неплохо разбирался в ней, там были разные люди, артисты на интервью там и так далее. Вот. И, казалось бы, интересная работа, при этом учился там в Уральском политехническом институте. Были какие-то мысли о будущем, но получилось так, что вот Господь прикоснулся к моему сердцу, и то, к чему я стремился, строил какие-то планы, я понял, что да, действительно, это не то, что я искал, а вот те благодатные переживания, которые возникли в моей душе, они повели меня по иному пути. Я начал ходить в церковь, и вот первый раз, когда я пришел в храм в Екатеринбурге, там есть такой район «Синие камни», вот там храм. Я был на службе, я даже не знал, что служба праздничная, а она долгая, было крестовоздвижение, долгая служба. И мне хотелось просто поговорить со священником, он был примерно моего возраста, чуть меня постарше. И я думал, что вот сейчас я с ним поговорю, и служба все еще идет. Вот сейчас поговорю, она еще идет. Я думаю, нет, надо уйти, потом прийти. И вот эти вот борения, уходить, не уходить, потом все-таки осталось, я поговорил. И постепенно начал ходить в храм, я потом был в алтаре. Я поступил в Богословский институт, хотя тоже это было с корабля на бал, такой Свято-Тихоновский Московский институт. Он сейчас университет называется, и заочно был центр дистанционного обучения в Екатеринбурге. Я проезжал мимо него, и вдруг мне захотелось, мне стало интересно, как вот вообще там учатся, чему там учат. Я еще не представлял себя священником, мне просто захотелось получить вот это знание о вере. И несмотря на то, что у меня был только месяц на подготовку, там, я знаю, там закон Божий сдавали, что-то еще, там какие-то вопросы в билете, там, допустим, 12 праздников, 2/10 тропарей надо было выучить наизусть, я смог осилить, выучить только тропарь Рождества Пресвятой Богородицы. И вот когда я беру билет, там было, значит, про пророка Иону, что я, в принципе, читал, и второй вопрос – тропарь Рождества Пресвятой Богородицы. То есть, опять же, такие маленькие вот шажки, которые подвигают меня. Потом мои паломничества в это время, когда я ездил и в Санаксарский монастырь, и в Дивеево,
и Валаторский монастырь, вот они тоже во многом меня подвигли к тому пути, на котором я оказался, допустим, где я помогал там в женском монастыре в Валаторе, там он, все было еще там разрушено, все еще недостроено, вот, внутри в храме, в алтаре мы выносили землю ведрами, и когда я работал, вдруг как-то где-то в моем сердце или в моей душе прозвучал голос так достаточно так четко и ясно, что вот здесь будешь служить. Еще очень посмеялся, ну, парень, который, значит, в спортивном костюме, который еще даже вообще не подразумевает о своей службе. Но потом это так и исполнилось. Действительно, когда я принял священный сан, я какое-то время служил в этом женском монастыре. Вас вера изменила? Меня вел. Я думаю, что да. На своем жизненном пути я вижу, что да. По крайней мере, от молодого человека, который, ну, является таким же молодым человеком, как и многие другие, вот, живет в каком-то культурном контексте, как и многие другие. У него есть схожие цели, у него есть какие-то свои амбиции, что-то еще, какие-то, да, страсти, которые бушуют. Но когда вот вера во мне появилась, когда я понял, что вот некие цели, которых я раньше не видел, они осветились этой верой, и во мне появились силы идти к этим целям, чего раньше я не был. Если, допустим, неверующий человек, он часто рассеянный, он хочет всего, он не может сконцентрироваться, сфокусироваться на главном, он все время ищет, да, вера – это хорошо, но я потом когда-нибудь… Я думаю, атеисты с вами бы не согласились. И все время, ну, по крайней мере, я говорю о своем жизненном опыте. Вот. Я не хочу себя ни с кем сравнивать, потому что не знаю глубины других людей, но, знаете, знаю по себе, что… У меня не было такого желания читать, получать знания, которые я обрел после того, как вера во мне, она раскрылась. Я уже, меня если взять, до того и после. После, когда я уже учился в Богословском институте, я с утра до вечера читал книги на протяжении нескольких лет. Я смог себя в этом, не то чтобы сам себя там за шиворот брал и заставлял, просто во мне горел вот этот вот дух внутренней работы. Желание, творчество, оно нескольким образом преобразилось, получило иное качество. Потому что каждый человек, он творческий в той или иной степени. Но это получило иной, как бы, контекст, иное направление. Ну вот вообще говорят, что религия, она учит. Да, безусловно. Да, но вот учиться у нас, например, хотят именно вот в религии люди более старшего поколения. То есть уже осознанно, целенаправленно приходят в церковь, читают литературу, то есть открывают книги, Библию в таком уже почтенном возрасте и начинают действительно постигать. Вот почему так происходит? Я думаю, знаете почему? В каждом человеке уже заложено желание встречи с Богом. То есть так же, как вот сама жизнь нам дана от Бога Творца, и желание встретиться с Ним, это уже заложено. Так же, как цветочки тянутся к солнышку, это в них уже заложено. И эта встреча не может состояться, потому что у человека мешают ему вот какие-то наслоения инородные, лучше сказать, страсти, славянское слово «страдание», это страсти приводит человека к страданиям, те или иные качества души, которые он сейчас ставит на первый план и ими живет. Поэтому вот это вот мешает в молодости человеку. У него нет еще своего жизненного опыта, у него нет четких нравственных ориентиров, ценностей, куда нужно идти, потому что страсти этому мешают. Он говорит, я сам этого хочу, я хочу вот именно вот этого добиться. И Господь по своей любви дает ему. Ты хотел, вот, чтобы эта женщина была твоей женой? Пожалуйста. Ты этого добился. Но теперь ты мучайся. Вот она тобой вертит, как хочет, она там тебе изменять или что-то еще. Жизнь, вот эти перипетии, ситуации. Их очень много. Или ты хотел вот эту машину, хотел быстро ездить. Но я тебе сколько предупреждал, что это опасно. И вот ты приехал, как бы. Вот. И люди, они часто по своим страстям, они хотят ухватить то, что вот, вот именно на поверхности этих страстей. Но к старости уже эти страсти ослабевают. Хотя бы потому, что просто здоровье не позволяет человеку. Вот, он уже пожилой, и он уже не может там напиться так вот в ночном клубе, чтобы до потери пульса совершить еще какие-то грехи там. Вот, и у него уже здоровье это не позволяет. Иногда болезнь, она даже человека она ограждает от каких-то падений внутренних, нравственных, разлома цельности личности ограждает. Ну и поэтому, раз страсти притушены, потому что здоровье не позволяет, значит, на поверхность вновь поднимается то, что заложено. То есть, если в мутном стакане воду не трогать, муть осядет, и вода снова станет чистой. Я думаю, что как только в этой чистой воде, в этом как бы зеркале души начнет отражаться божественный свет, так человек наконец-то скажет, вот я это искал.
Но всю жизнь порой бывает столько лет потратил зря. Вот у многих людей жизнь, она бывает импульсивная, они стараются ее такой сделать, но бесполезной совершенно. Вот именно для вечности. Ну вот это можно назвать стремление к достижению святости? И вообще, достижима ли святость? Что это такое? Ну, учитывая то, что у нас тысячи и тысячи святых, можно понять, что святость достижима. Святость – это от слова «свет», божественный свет. Вот в Евангелии есть фавор, на котором Господь преобразился. Не то, чтобы преобразился, чтобы показать, что «я есть Бог воплотившийся», а этот свет Он дает нам. Божественный свет. Это тот свет, которым просиял Моисей, когда спускался с горы Синай, неся заповеди Деколога. Это тот свет, которым просветил Серафим Саровский в беседе с Мотовиловым, когда тот его спрашивал, а в чем смысл жизни христианина? Он говорит, стяжание Духа Святаго. А он говорит, я, батюшка, не понимаю, что такое стяжание Духа Святаго. И тогда Серафим Саровский помолился и просветился этим светом. Именно вот этот свет божественной любви, свет божественной вечной жизни – он наполняет человека, но у человека должна быть определенным образом, качество души определенным образом должны как бы позволить божественному свету присутствовать в человеке. И вот святость – это когда человек впускает в свою душу божественный свет. И не только впускает, но и может удержать этот свет. Потому что очень легко как бы осветиться светом, но очень сложно в течение жизни научиться удержать этот божественный свет, свет божественной любви, вот эту небесную радость, пасхальную радость. То есть все-таки она достижима, но доступна только избранным. Господь, если сказал, будьте святы, как Господь Бог. Вот. Если нас призывает Христос к святости, значит, это достижимо. Значит, мы все призваны, православные христиане, призваны наполниться светом Его божественной любви. И вот есть такие заповеди блаженства в Евангелии, и каждый из них – это как бы дверь к святости. Качество души определенное раскрывает. Если хотя бы, мне кажется, вот это лично мое мнение, но хотя бы, если одна дверь вот будет раскрыта, если одна добродетель у человека будет раскрыта в жизни, это будет уже то, за что Бог может зацепиться в вечности, чтобы потом полностью раскрыть человека. Ну, например, вера, надежда, любовь. Вот это главные добродетели, да. Терпение, кротость, смирение. Вот. Блаженные милостивые, то есть милость, милосердие, миротворцы, мир. Человек, когда хочет созидать, когда хочет творить любовь, когда хочет привнести в этот мир что-то хорошее, созидательное. Вот это уже качество души, которое от Бога. Вот. Если он хочет разрушать, если он хочет других втянуть в орбиту своих интересов, то это, безусловно, уже к Богу не имеет никакого отношения. Даже если вот так простыми категориями размышлять, то, безусловно, определенные качества души, они влияют и на то, есть ли благодать в сердце человека. Но если вот бушуют страсти, кто поможет утихомирить и пробудить святость, веру, любовь? Поможет только Господь Бог. По молитвам и любви тех людей, которые вот молятся об этом человеке, которым он дорог. И, ну, если сам человек этого захочет, под дулом автомата никто в рай, конечно, не войдет. И на чужом горбу, как известно, по поговорке тоже не въедет. Но если человек сам захочет и скажет, Господи, помоги мне вырваться из этих всех страстей, в которых я оказался. Если я раньше говорил, что я сам, теперь я понял, я запутался, помоги мне. И тогда Господь меняет жизнь человека. Он устраивает совершенно как бы другие пути для него. Наша передача подошла к концу. Спасибо, отец Максим, за интересную беседу. Благодарю вас за то, что меня пригласили, ангелы-хранители, и Божьей помощи всем телезрителям, которые смотрят нашу программу «Духовная жизнь». А мы с вами прощаемся. Увидимся уже в июне. До встречи в эфире Национального телевидения «Чувашия».